Ну, в первом тайме получалось комбинации, то, что наигрываем, быстро играя в пас. Много было проникающих передач в игры в касание. За счет этого получилось заработать пенальти, реализовали его. Во втором тайме вроде игра была под нашим контролем, забили второй мяч, но потом пропустили, и соперник побежал вперед. Что-то у нас разладилось, и поэтому, видели, концовка была очень нервная. Ну и в конце смогли забить третий мяч, успокоили уже игру. Мне больше понравилось, кроме победы, еще и тот футбол, который в первом тайме, и, ну так скажем, кусочком во втором. Потому что во втором сложнее было играть, а первый был полностью под контролем нашим. И голы забили, комбинации проводили. В общем, я считаю, что удачная игра. Конечно, тяжело в таком молодом возрасте всю игру удержать под контролем. Вот где-то соперник заставил нас пообороняться, где-то нервная концовочка была, но вот третий гол снялся вопрос. Ну, таких каких-то задач особенных нет. Просто показывать свой футбол в каждой игре, набирать очки. Хотим, конечно, две победы, чтобы закончить красиво чемпионат. Главное, показывать свой футбол, остальное все получится.